Дорогая, наш сын перешел на самую темную сторону. Посмотри, что я нашел. Сестра, сестра. О, моя ретро-любийка нашлась. Сестра, ты как-то изменилась, покрасилась. Брови выщипала. Противогаз одела. Надела. Мужики, не угадали. Я стала настоящей принцессой. Это все, конечно, хорошо. Но у нас как бы война еще идет. Повстанцы, там вот это вот все. Я стала принцессой, а не дурой. И, конечно же, привела с собой союзников. Ого, столько красавиц. Да, и все, кажется, смутно знакомы. А это кто? Это женщина Тарзана. Наташа, я вырос на ваших песнях. Не того Тарзана. Да, ладно, что же умеют наши союзники? Я умею петь. И я умею петь. Я тоже умею. И я. И что нам делать с этим агит-поездом? А я вот из лука хорошо стреляю. Могу служить в подводной разведке. Отлично ориентирует джунгли. Да, могу петь. Маловато навыков для сопротивления. Но у нас еще вот что есть. Сковородка. Это оружие свободы. Так. Повстанки, кухарки и прочие артистические личности. Я знаю, где найти великого мастера меча. Это исправит наше положение. Я чувствую прилив новой силы. Наконец-то я смогу завоевать всю вселенную. Так. Что у нас тут с приспешниками? Я был когда-то странным, немножко незамятным, который в магазине никто не найдет. И почему ты оказался на темной стороне? Надо мной смеялись в школе, и девочкам я не нравлюсь. На, надень, не позорься. На службу прибыл. Это что? Шведский стол. И вообще, я должен быть круглым и нравиться людям. Так мы завоюем их доверие. Мы мир завоевываем. С доверием потом разберемся. В Сенате. Так не пойдет. ОАО Evil Production. Оператор 13. Слушаю. Пришлите мне новых злых приспешников. Расценки знаете? Да. Сердце... Девственника вышли по почте. Хорошо, а сын как правильно. Это и есть великий учитель? Учитель! Я привела к тебе учеников. Я не беру в ученики, кого попало. Но мы никто попало. Окей, вы приняты. Песню запевай. Опять пение. Они по-другому не умеют. Петь пришли сюда вы, чтобы стать бойцом. Чтобы стать повстанцем для борьбы со злом. Крепче меч держать, да не тем концом. Силой пользуйся. Отправиться в бой. Но мы готовились всего минуту.
ты принца за 3 дня без голоса завоевала. Справишься. Мулан, а ты пойдешь с нами? Нет, но помните мои слова. Они вам пригодятся. Да пребудет с вами сила. Я ухожу. А то у меня монголы стену рушат. Новые приспешники прибыли. Так, подождите. Вы же вроде добрые персонажи. Белоснежка, что с тобой? Агрессивный маркетинг. Внучок, ты думаешь, я свои яблочки гадостью какой поливаю? Поливает. Ясно, понятно. Эльза? У каждой принцессы есть принц. Ну, или на худой конец ледоруб. А мне надоело сублимировать снеговика. Я не снеговик. Угу. Только шлем не снимай. Мне кажется, для победы нам не хватает магии. Есть на Татуине восточные торгаши. Аладдин? Привело вас. Нам нужна магия! Есть что? Есть фейское пыльца от производителя. Берите, берите. Она нам уже всю голову прозвенела. Всем привет! А вы на войну? А там страшно? А у меня есть сила. А я помогу. А я пригожусь. Мы, феи, все можем. Летать, петь, танцевать. Понятно, как она пыльцу вырабатывает. Неостановимым потоком. Ладно, пригодится. Пойдемте, нас ждет финальный бой. Жасмин, вы с нами? Нет, но мы появимся в самом конце. И мы приветствуем вас на финальной битве добра и зла. Итак, в синем углу взрыв цветовой гаммы. Это Лига Добра, повстанцы, борцы за права блондинов, поклонники необоснованных музыкальных вставок, принцессы и 2 мужика. В красном углу малочисленная, но не уступающая по силам команда. Ночные кошмары, темная сила, жажда мести. Милые круглые? Это все про них. Злодеи! Пусть начнется битва! Я остановлю их! Джейн, Аврора, Рапунцель, ваш выход. Что же делать? Что же делать? Вспомни слова учителя. Я не беру в ученики, кого попало. Нет, не то. Да пребудет с вами сила. Я ухожу. О, точно. Я ухожу. О нет, нас стало меньше. Используй силу. Точно, силу. Поняла. Аврора, но враг повержен. Здорово, я силой придумала. Да, союзники у нас не очень умные. Меня так легко не взять. Сестра, но как же семейные узы? За окном уже сугробы. На это я не поведусь. Как ты можешь? Вы же родственники. Здесь часто такое бывает. Точно. Это все от того, что у нее холодное сердце. Я знаю, как растопить сердце любой девушки. Я раскрываю свой эрос. Все смотрят на меня. Я прекрасен. Молодой человек, а пойдемте, я вам каток покажу. Бить! О, какой он хорошенький и круглый! Милый какой! Почти медведик! Большой и добрый! Все, как я люблю! Система по входу в доверие активирована! Бедняжечка, как же тебя на темную сторону занесло? А вдруг он голодный? А давайте оставим его себе! Система по давлению на женские слабости активирована! Ой, девочки, что это с вами? Надо его увести. Да, война не место для таких, как он. Быстрее, в леса! Надо спасать! Активирована система материнского контроля.
А я еще в него не верила. Твой выход. Но их же больше. А у тебя сила. Блин, каблук сломала. Ребят, я скоро приду. Я, конечно, не это имела в виду. Но можно и так. Но их все равно больше. Так придумай что-нибудь. Эх, была не была. Покайтесь, ибо грядет. Ты совсем офигел? Ну, мам. Ну вот, мы и остались один на один. Вообще-то, тут еще есть я. Ой, я подумала, это галлюцинация. Нет, я секретное оружие. Я дарю магию. Магию музыки, танцев и песен. Нет, только не пение. Ну все, разбирайтесь. Йоу-йоу-йоу! И на сегодняшнем рэп-баттле сойдутся гроза всему доброму 50 Cent'а! И Хан, выступающий соло! Пошумим! И тебя никто не найдет. Ты повешен на стене, как декор прямо в спальне. Я этим не убить. Смогут быстро освободить. Отомщу тогда вдвойне, как в шестом эпизоде. Нет, вы не поняли. Моя магия песен и танцев добрая. То есть победителя не будет? Конечно будет. Все оживут и победит дружба. Вот видите? А теперь вечеринка! Всех зовет, двигайтесь с нами, чтоб сотрясали сами вы стены и пол. Мы силой сказку приправим, крикните с нами. Дисней, хватит грязных войн! Планету. Это не важно, Дисней виновен, бюджеты. Корезолеты, война, вооруженные блондинки.